капелла Святой Маргариты. Кажу на изысканном и на дробленном. Смотреть на капеллу Святой Маргариты, окруженную изысканными надгробиями. А пока посмотрите на эту замечательную крепость наверху. Что там кладбище-то? Кладбище как кладбище. Будем искать родственников Моцарта? Да. Сестру. Сестру Моцарта сейчас будем искать. На кладбище. Извините, вы не видели сестру Моцарта? Кстати, куда же? Ну, нам надо. Ну ладно, пошли. Что? Ничего. Мы не сохранились. Ну, видимо, да. Мы должны были пойти там, а потом выйти отсюда. А мы пойдем отсюда и выйдем. Самое красивое кладбище в Европе это? В мире. В мире самое красивое? В мире. Я не могу понять, почему кладбище должно быть красивым. А? А почему нет? Почему все должно быть красивым, а кладбище должно быть уродским? Не знаю. Ну вот, пойдем. Видим. Кого зонтик? Влезем так.